Солидный возраст – не помеха, главное – душа. Серебряные жители Ульяновской области окунулись в молодость с головой благодаря ретро-елке. Новогодний праздник состоялся на базе спорткомплекса «Новое поколение» регионального центра. Ретро-елка – это елка новогодняя. Почему называется ретро, мы с вами понимаем. Потому что это граждане старшего поколения. Для них очень приятно, что им уделяется такое большое внимание в Ульяновской области, конечно же, начиная от губернатора Сергея Ивановича Морозова и всеми остальными учреждениями. 500 участников проекта «Социальный туризм» и представителей клубов активного долголетия со всей области переоделись в героев из сказок, надели костюмы животных и даже примерили роль супергероев из комиксов. В карнавальных образах представители старшего поколения водили хороводы вокруг елки, энергично танцевали под хиты былых лет и радовались поздравлениям от Деда Мороза и его внучки. Словно маленькие дети. На Новый год всегда желаешь в основном, чтобы было спокойно, был мир, чтобы детям, внукам было все благополучно, самое главное. 76-летний Николай Николаевич из Димитровграда на ретро-елке в роли снеговика-спортсмена. Он чемпион Приволжского края по скоростному бегу на коньках, поэтому по залу лихо перемещается на роликах. Вот только приехал с соревнований, между прочим, 3 дня назад. И поэтому решили меня сделать снеговиком, ну и надо что-то за разнообразие внести. Я на роликах, без роликов, без коньков не могу, это моя жизнь. Нам нужно где-то встречаться, как-то выражать свои эмоции и не быть один на один с судьбой. Новогодняя ретро-елка для старшего поколения – явление традиционное. Праздничное событие проводится в регионе каждый декабрь, начиная с 2014 года. Рената Алиулова, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.